Бляха, выехал на эту, на... А, ну что ты делаешь, ты, твою мать, дебил? Ехать с самого начала! С самого начала! Кто из вас стрейч там отпаш? Понятно. Че у меня машина дергается? Так, да? Кто наставил тут этого говна, блин? Столько народу. Ха-ха-ха-ха. Что за истерический смех там был? Да свалили, все спокойно такое. Видишь, что дерьмо творится. И ходят все спокойно. Разбежались быстро. Да в каждую скамейку врезался. Давай, сваливай. Сейчас мы это все сделаем. Как нефиг. Самое жесткое прошли, короче. Я так понимаю. Я не думаю сейчас, что тут будет сейчас дичайшие перестрелки там или еще что-то такое. Просто хлопнем троих зайчиков. Бляха, ну ехать далеко, я так полагаю, да? Там... Линия такая красная, отличается от всех. Видать, это реально финал. Ну, на карте я имею в виду. То желтая, то синяя, по-моему, да, были? А тут красная такая. Прям красная. Так, а бар это не этот, не Треворовский бар, Ламар. Ламар, дружище, ты прям слишком уже втянулся. Братуня, до своих слишком ничего не бывает. Я просто помочь хочу, понимаешь? Не, я серьезно, чувак, ты крутой, ты помог. И Майку с Тревором тоже, спасибо тебе. Ты настоящий колледж, я люблю тебя, чувак. Я тебя, братан, разобрался со всем этим дерьмом? Почти, еще пара дел. А, черт, узнаю этот тон. Ты на след напал, да? Ладно, нигер не буду мешать. Давай, нигер, заляг на дно, пока. Я надеюсь, за каждым не надо будет, ну, за каждого игрока вот ехать, ехать, ехать. Надо. Чё, куда у меня текстуры-то делись опять? А, ну, так вот ехать. Я думаю, они там сами добрались, наверное, да? До места, которое нужно. Бляха. Хера себе этот бар, как далеко. Пипец. Кстати, я походу в этом баре-то и не был, да? Какой-то новенький, что-то новенькое. Или в него можно попасть только вот по сюжетке, по миссии. Так в него нельзя попасть. Бляха, ну... И сваливают. Вот постоянно так. Говнюки, блин. Уроды. Что за вертушка? Подозрительная. Очень подозрительная вертушка. Бляха, выехал на эту, на... А, ну что ты делаешь, ты, твою мать, дебил? Ехать с самого начала! С самого начала!
Да вы издеваетесь, мать твою, с самого начала, блин. Идите в жопу. Майкл, ты там далеко от цели, нет? От своей. Фу, что так все жестко-то, бляха. Во, Майкл хоть недалеко от цели. Выйди, стрейч. Стрейч. Есть такая пленка, стрейч. Бесит. Так, все, приехал. Стрейч, ты где? Кто из вас стрейч-то, Матош? Да стреляй ты, ну, дебил! Кто из вас стрейч-то? Он шлепнул стр... А, я его убил уже? Убейте Баллас. А, уйдите от Баллас. Вообще, уйдем. Все, поехал. Да вгони! Бляха! Уроды! Че, не за мной едут, да? Че, уберу? Блять, задрали. Нахер. Есть, Фрэнк, твой приятель стрейч больше не проблема. Он мне не приятель, этот чувак нас продал. Спасибо, брат. Кто тут у нас? В нашем списке Вэйчен и агент Хейнс. Так, ладно, Тревор. Я думаю, они-то приближаются, я думаю, к целям-то сами. Ну, как бы двигаются на карте, интересно. Или мне все пути надо будет самому ехать. Так. Да, недалеко. Ни одного человека не задаю. Так, я за мисс Хэнсом. Лес, попробуй подключить меня. Хочу еще раз напомнить себе, какой он мудак. Лос-Сантос. Город святых. Город грешников. А между ними лишь ФРБ. Снято. Боже, ну и говнище. Кто сочиняет эту херню? Так, ладно. Ты правильно кадрируешь? Да, это отлично выглядишь. Это подбородок острый. Ладно, звук чистый, хороший. Раз, раз, два, раз, два. Да, все отлично. Ладно, работаем, я готов. А ты? Поехали. Ладно, народ, начали. Я профессионал, поехали. Привет, я Стив Хейнс, привет, я. Так, нажмите включить для видно. Понятно. Че у меня машина дергается? Так, да. Кто наставил тут этого говна, блин? Зачем столько много мусорных ящиков? Вы че, свиньи, что ли, все? Так, где он? Бляха, мент стоит еще здесь. Да выруби ты его!
Выруби его. Что, бляха? Так, снайперка. Все, короче. Где этот дебил там крутится, вертится? Так. В смысле? Твер упустил шанс убить его, теперь кишит копы. Так, где этот дебил? Он? Нет, не он. Не он. О, вижу. Бляха! Нормально? Это нормально? Он сидит прямо за этой штукой. О. Вижу. Все, готов. Черт, это чего? Как его там? Они его подстрелили нахер. Вот говно. Уйдите от полицейских. Все, погнали. Так. Две. Да бляха! Две звезды. Не так уж много, в принципе. Уберем. Давай, кто струсит? Никто не струсил, молодцы оба. Бабу там жалко. Бляха, столько народу. Ха-ха-ха-ха. Что за истерический смех там был? Ой. Просто дичь. Да свалили, все спокойно такое. Видишь, что дерьмо творится. И ходят все спокойно. Разбежались быстро. Да в каждую скамейку врезался. Давай, сваливай. Разошлись. Где дорога? Да кто тут настроил-то все как говна этого? Как мне отсюда выехать-то, убраться нахрен? Бляха, опять сюда куда-то заехал. Где дорога-то, мать, твою? Ну ты нашли, уехали, задрали, 10 минут. Что за лаги-то, блядь? Все, валим, прячемся. Так, сюда куда-нибудь. Под мост.
Да бляха! Вот как магнит, вот эти всякие деревья, скамейки, всякая херня это, блядь. Бесит. Уже. Давай куда-нибудь. Сядь. Все разобрал. Аллилуйя, бляха. Кому еще? Последующий. Так, Чен. Там еще кому-то, я думал. Тоже хоть недалеко. Не пришлось ехать всю дорогу. Полнейшая дичь просто. Старик здесь, он выходит из клуба. Сейчас я все сделаю. Факи пока. Вместо того, чтобы убить, короче, факи. В смысле, че ты стреляешь? Сейчас я все сделаю, говорю. А у меня нет пушки, что ли? Убийца, уходи нас отсюда. Да в смысле, у меня нечестно, у меня нет патронов, у меня нет нечем стрелять. Надо было выйти, короче, и так вот стрелять. Жесть. Да ладно, убейте меня уже. Заново начну. Надо бы, короче, сразу выйти и перестрелять всех. Так, водил я загасил там. А уйди, отряд. Все хорошо. Я их просто сейчас прикончу. Чем мне от них выходить? Эх. Да что ж ты за... Первый раз уже. Так, давай еще один. А, еще два. Еще один. Вон он. Да не один. Все, чуваки, чисто. Больше тряд не будет беспокоить. Теперь нам только нам больше некому продавать оружие, ну да уж. Кто следующий? Я прихвачу Дэвина Уэсона, чтобы мы смогли с ним повеселиться. Бляха, еще что-то. Значит, придется, наверное, делить серию. Я вот так и думал, что затянется. Да фиг знает, посмотрим. Дэвин окружает бойцы Мерриуэзер.
Меня беспокоит. Меня не беспокоит, только если буду новости из Литейни. Так, захватить Дэйв. А что, мне нет, не проехать? Ладно. Так, у меня есть глушаком пистолет? Глушителем, да? Ага. Штек. Просто стелсим. Ляха. ТФК-ПК. Давай, вылазь. Все, отлично, сдох. Стелс не получилось, короче. Ты не сможешь вечно прятаться. Так, внизу еще один, да? Бляха. Ладно. Да что у тебя деревянная башка, что ли? Тут еще один был. Где он? We got a combat situation. Короче, меня уже засекли, пошли не в жопу все. Пошел на. Куда же? Так. Где там еще один? Дохни, Вин Дизель. Нихера. Так, мне в дом надо зайти. Как мне попасть-то к этому? Туда. Ляха. Все, отлично. Он здесь внизу где-то. Как мне попасть к нему в бассейн? Или не внизу, где-то? Вон там где-то. Хер с ним. Вот лестница. Ладно. Тоже нормуль. Что значит, все, оперативники погибли? Стой, стой, выслушай меня. Никаких разговоров. Все, окей, погнали. Мистер Уэстон, у меня... давайте вывезем его из города. Встретимся на скалах у Грейт Оуш, заповедники города Чилиар.
Так, и что, они его казнят, что ли? Его по-любому, типа, убить надо, нет? Потому что так-то он не отстанет, ну, никак. Где я? Что происходит? Ты не знаешь, во что ввязываешься. Помедитируешь, что ли, шарлатан? Ай-яй-яй-яй. Ты весьма неплохой боец, разобрался с персональными убийцами. Такие люди мне нужны. В твоей компании скоро освободится пост исполнительного директора. Пижон. Я против тебя ничего не имею, но если не считать, что у тебя очевидные проблемы. Все проблемы бывали от Майкла, и он должен был умереть. Ты смотришь на дело рационально. У тебя есть люди, полезные есть бесполезные. Те, кто бесполезны, должны умереть. Лично я нерациональный. Мне плевать, полезный ты или нет. Вот мне хочется тебя замочить, Дэви. И я это делаю. Я серьезно, работай на меня, и у тебя будет все, что о чем ты мечтал. Я мечтал только об одном. Понаблюдай, ты теряешь сознание и приходишь в себя, когда я буду медленно тебя потрошить. Да-да, именно такие креативные люди мне и нужны. Ну давай же, выпусти меня отсюда. Слушай, у меня своя компания, Тревор Филлипс Индастрис. О, коллега-бизнесмен, давай я куплю долю в своем теле, дам денег на развитие. Ну, ты, стало быть, не в курсе, но денег у меня сейчас до хрена, так что ты ровным счетом ничего не можешь мне предложить. Это конец, друг мой. Я тебя проучу. Забери деньги, отпусти меня. Да... Вот, не чтоб назад сдать. Вот она прёт вперёд, а? Бля, вот если бы не вот эти вот поездки долгие, уже бы прошли. А так мне придётся, короче, походу разделить серию на две части. Затянулась она очень жестко. Это еще сейчас на гору надо заезжать будет. Зачем? Вот я не понимаю, зачем? Эй! Так, ладно. Чё там? Почти. Ну, почти. Поехали. My friends won't be happy if I empty a clip into the trunk. Так, где тут поворот? Не пропустить бы. Ай-яй-яй, главное не перевернуться. Не перевернуться и не слететь, чтобы не взорваться. Это будет дичь. Are, ну что, пижон, сейчас мы можем поговорить с глазу на глаз. Ух ты, музычка. За всю игру музычка заиграл. Эй, ты, у вас все норме? Все зашибись, амиго. Отлично. Франклин? Он придет. Эх.
Франклин. Эй, чё как? Ну что, дело сделано. В лучшем виде. Правда же, приятель? Я облажался, чувак. Выбрал третий вариант. Хреново, правда? Девин, ты понимаешь? Я думаю так. Хотя, конечно, я же не такой ушлый бизнесмен, как ты. Но я думаю так. У той разновидности американского капитализма, который ты практикуешь, есть два врага. Враг номер один – аутсорсинг. Ты нанял частную компанию, чтобы она сделала за тебя грязную работу, а потом не заплатил ей, так как подумал, что ты такой большой, крутой, и поэтому все эти правила игры не для тебя. А еще враг 2. Вывод прибыли в офшоры. Офшоры? О, это просто ужас. Ты же не вздумаешь поручить, сэкономить немного денег? Нет, конечно. Не, я никогда не собираюсь. Нет. Но, Девин, твою точку зрения мы знаем. Держи свои сраные проблемы подальше от Америки, да? Но в таком изложении все предельно логично. Разумеется. Эй, Дэвин. Прощай, старина. Спасибо за советы. Пока. Прикончите Дэвина. А, они сейчас скинут, короче, его просто. Ну, дерьмо. Она не должна там взорваться. И что теперь? Заряжем на дно и будем жить дальше. Как друзья. Что, а выбор у меня есть? Если честно, то нет. Ну ладно. Значит, будем ужасными, холодными, не имеющими ничего общего с друзьями. Точно. Прекрасно. Тогда мы сможем вернуться к нашим любимым методам обогащения. Твою мать, я не знаю, насколько они лучше методов Дэвина. Франклин, лицемерие, величайший добродетель цивилизации. Бог ты мой, твой психотерапевт страшный человек. Знаю, я по-прежнему себя ненавижу. Но, по крайней мере, теперь я могу об этом рассказать. Да, но я ненавижу тебя, я могу об этом рассказать. Значит ли это, что мне психотерапевт? Слышь, чуваки, вот смотрю я на вас, мудаков, и меня... Чего там? Франклин, ты не зря бесишься. Правильно, Франклин, бойся. И я тебе скажу. Я слишком стар для этой ерунды. Вот и все, друзья. Последнее задание. Вот. Там, наверное, музычка должна играть. Вот. Видос, да, я, короче, разделю на две части, потому что он больше часа у меня занял, короче. Вот. Это все из-за того, что вот эти езда. Короче, вот. Ну, как вы и говорили, да, все довольно логично. Вот. Я думал, будет намного серьезнее разборка между друзьями. Но они как-то вот так сплоченно соединились, короче, и всех своих врагов поубирали. Вот. Сразу бы так, да? И не было бы вот этих разногласий, ну тогда бы не было игры. Вот. Ладно, GTA 5 отличная игруха. Да. За всю игру, наверное, последние вот эти вот две миссии, короче, что-то мне... А, ну и полеты. Подорвали пукан. Вот. Так что так. Посмотрим, что там. Есть что-нибудь еще? Ну, наверное, свободная игра сейчас должна быть. Обычно. Так, что это? Пациент Хус Вал. Приемная доктора Исайда Френдлина. Информация клиента строго конфиденциальна. Искренне надеюсь, что этого маньяка скоро арестуют. Пытается считать всех хорошими, результаты катастрофические. В отличие от психически здоровых людей, не испытывает ненависти к себе. Неуверенный в себе скопидом. Считает, что выше соблазнов. Считает себя спасителем женщин, что странно, учитывая особенности поведения. Заботится о семье, несмотря на очевидные проблемы. Скорее всего, не инвестирует деньги, а хранит их под матрасом. Не способен понять страдания других. Уважает право собственности, но не чужое, разумеется. Йога не пользовался популярностью, в отличие от убийств. Избегает утомительных упражнений. Легко сходится с людьми, с какими именно, я даже боюсь представить. Синдром дефицита внимания?
Так вот, зачем я учился на медика? Это типа моя это карта, да? По результатам игры, типа. Понятно. Ты что, понятно, да? Я ужасный человек, ужасный. Ну, в принципе, я никому ничего, я плохого ничего не хотел сделать. Вот. Посетите сайт, что-то там. Опа. Вот баблиски пришли. Посетите сайт социального клуба, чтобы получить отчет о психиатрическом. Ага. А это что за какое-то еще задание? Ну-ка. А, Тревор приехал все домой. Ну что? Ты неплохо устроился. Что? Что ты здесь делаешь? Так вот как ты встречаешь родную мать, Тревор. Да ладно. Я не знал, что тебя выпустили. Ты ни разу мне не написал. Ни разу не навестил. Но... Ты, наверное, девочку себе не нашел. Тревор, скажи. Ты гей? Нет. Может, дело в этом? Нет. Мне плевать. Более того, я всегда хотела, чтобы у меня был сын гей. Сын, который бы не забыл родную мать. Но мама. Никаких «но». Понял? Я выносила тебя. Выкормила тебя. Отняла от груди. И посмотри, во что ты вырос. Ты всегда был жалким, неблагодарным, хнычущим говнюком. И мы об этом прекрасно знаем. С тобой вечно что-то было не так. Ты стыдился самого себя, ты стыдился меня, свою родную мать. Я здесь уже несколько часов. Ты принес мне что-нибудь выпить? Дал сигарету? Помассировал мне ступни? Я-то уже старуха, но ты в расцвете сил. Неужели у тебя нет сердца? Извини. Ну-ну-ну, все хорошо, сынок. Так, тараканы такие бегают. Довольно. Я старая. Старая, усталая и одинокая. Прости, прости за все. Exactly. Вот именно, за все. Тревор, я старая woman, женщина. У меня нет страховки. У меня есть деньги. Не нужны мне твои деньги. Ты кем меня считаешь, проституткой? Ты думаешь... Да ты просто болен. Что я могу сделать? Мне очень больно. Ты должен раздобыть для меня Делу Дамоу. Это можно. Только много. Буквально целый грузовик. И не эти жалкие масюльки. Настоящие таблетки по 1000 миллиграммов. Ладно. Если еще сможешь найти для меня порядочного чуда. Мы оба знаем, что кто-то должен заменить тебе отца. Жесть. Найдите фургон с облемой. Понятно. Это у нас дополнительное задание. Фургон не отмечен. Придется его искать, как бы. Но я этим заниматься не буду. Основной сюжет у нас пройден. Вот. Я не думаю, что это слишком важное какое-то задание. Вот. Короче, на этой ноте. Мы заканчиваем. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.